По инициативе администрации района была организована встреча представителей микрофинансовой организации Республики Адыгея с индивидуальными предпринимателями Кашхабльского района. Встреча прошла в зале администрации под председательством заместителя главы района Мареты Туглановой. Пригласили с Республики Адыгея микрофинансовую организацию, чтобы они оказали нам помощь в виде информационной поддержки, скажем так, чтобы рассказали нам, какие преимущества у них есть и какие поддержки смогут нам оказать именно нашему району в целом и по республике тоже. Очень приятно и спасибо большое, что администрация района сочла нужно пригласить нас, чтобы мы вам могли рассказать, чем мы занимаемся. Азамат Кублев, руководитель микрофинансовой организации, рассказал предпринимателям об оказываемых ими услугах, а также подробно остановился на программах, в которых могут принять участие предприниматели района. Это такие, как программа поддержки малого и среднего бизнеса «Гарантийный фонд» и программа микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Адыгея. Также он ознакомился присутствующих с новой программой «Молодежный бизнес». В этом году мы ввели новый продукт. Это называется «Молодежный бизнес». Это молодые люди от 18 до 30 лет, те, кто хочет заниматься своим предпринимательской деятельностью, могут получить с двумя поручителями до 300 тысяч под 8%. Совещание прошло в деловой конструктивной обстановке.